Ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату к 75-й годовщине Великой Победы. О размере установленной выплаты и сроках ее получения рассказывает старший помощник Одинцовского городского прокурора Ирина Жумаева. Инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам, концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками, в размере 75 тысяч рублей. Тыловикам, а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто в размере 50 тысяч рублей. Единовременная выплата будет производиться в порядке, установленном данным постановлением. Определены органы, уполномоченные на осуществление данной выплаты, такие как территориальные органы Пенсионного фонда, органы, осуществляющие выплату пенсии судьям, а также лицам, проходившим службу в силовых ведомствах. При наличии права на получение единовременной выплаты по нескольким основаниям, такая выплата будет осуществляться по основанию, которое предусматривает ее более высокий размер.